Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий, децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает, и кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе, как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте, ссылочку я оставил в описании. Hey, what's up? Хотите что-нибудь нового включу? Всем своим салют. Но я на это буду залетать с голосом. Скоро услышите. Такая хуйня, в общем.
Заценю что-нибудь с вампира. Я решил не торопиться с этим альбомом, с вампиром, потому что это моя первая сольная работа, и я не хочу, чтобы она вышла не такой, как я хочу. Если уж я принялся за это дерьмо, то я сделаю его таким... чтобы никто другой даже не смог ничего пиздеть в мою сторону. Хочу это сделать достойно. Просто сейчас одновременно работаю над тремя, и это достаточно тяжело, я бы сказал. Тимом Бертоном. Он очень крутой. Thank you.
земля за дохуевших ковбелы. Микс на 21 Savage. Это очень пиздато, звучит лучше, чем оригиналы, я думаю. Еще будет коллаб с 50 Grand. Я сделал трек с таким чуваком, его зовут Ксироджи. Из Европки на русский. Я думаю, что на другом он будет очень охуенно. Слушайте, это реально круто. Бля,
бля, в такую, типа, хуйню пишет, типа, чем я, да не под чем, я не употребляю наркотики, нахуй, это дерьмо для слабых людей. И, конечно, я покуриваю травку, там, бывает, но все остальное, нахуй, оно не нужно. Трек пиздец. Еще хочу вам показать одну хуйню. Это называется FX Slayer. Реальные пацаны пишут все на стандартном дерьме. Это очень крутая тема. Сейчас я сделаю, я просто убавил, то соседи охуеют просто. Короче, можно крутить. Можно делать индастриал, все, что вы захотите, типа, блядь. Это стандартная хуйня. Типа тут, ну, ебучие звуки, но если вы умеете крутить это дерьмо. В общем, похуй вообще. Это новый комп, типа, поэтому не так много проектов, но я вам покажу что-нибудь. На вампире очень много будет тяжелого одновременно, очень
очень легкого, чтобы там была гармония. Хотя гармонии не существует, но образно можно назвать это гармонией. Включи что-нибудь из Unreleased, да, если хотите. Или с ближайшего альбома. Вот есть тречочки там. Там что есть? Оу, дэм, это слишком жестко. Дэм. Давайте вот это. Это коллаб с чуваками из Улан-Удэ. Аратан Бойс, усап. У меня свой драм-кит со своими звуками. Буду в Австрии с Фарой. Типа, вот этот весь продолжение Lonely Star я буду везде. Бля, этот синт, это пиздец. Просто, это пиздец. Ладно, включу еще что-нибудь. Блять, вот этот бит, это пиздец. Я не знаю, может быть, на него завалят Lil Wap в ближайшее время, так что постоянного коннекта нету. Это пиздец. Тут я синты очень долго крутил, типа тут охуевший бас, нет этих сэмплов и бучек. Соседи охуеют. Да, в начале звуки из ада, я решил вспомнить молодость. Денни Сет.
На альбоме будет много гостей, типа парочку русских, думаю, точно. Я хочу сделать треков 12, чтобы было много треков. Я еще недавно накрутил, ну, типа, это было, наверное, уже даже давно, накрутил охуенно странный пиздец синт. Сделал с ним бит. Вот он. Это очень странная скрипка. Не знаю, может быть, приглашу Крейг Зена, типа, на него пока думаю. Типа, это пиздец еще один. Соседи точно охуеют. В принципе, наверное, покурю сишку и пойду. Я вспомнил, что давно с вами не общался, вот решил. Мне похуй на соседей. Так же, как и им на меня похуй. Нет, Торс много знал, я не поеду, поеду с Глебом. Ну, типа, я бы делал трансляции чаще, если бы я встречал реально прикольные вопросы, типа, а не какую-то хуйню там про других рэперов спрашивать или... Типа, не знаю. Пизду, вы скучные слишком. У меня есть одно интервью, где я его недавно дал Афише, типа, как там, а-ля
русский хитмейкер. Ну, это, короче, типа, немного тупая хуйня. Я думал, что, типа, мой материал будет там один. Там еще какие-то челы непонятные, не знаю, кто это даже. Вот, ну, в общем, там, типа, на заглавный есть немножко моих слов. Не знаю, в общем, я решил, типа, не торопиться никуда, мне все равно похуй. Сделаю альбомы, типа, я буду делать их дольше. И как бы относиться к этому намного серьезнее. Ну и типа название там «Брызги хайпа», конечно, вообще я такие слова не употребляю в лексиконе и вам не советую, в общем. Вот так. Где себя вижу через 10 лет на вершине Олимпа. Хотя мне вообще похуй. Я уже там. Не знаю, 12-я ФЛ-ка, она для дрочеров, типа, которые сидят, дрочатся с сиденьем. Мне на эту составляющую похуй. Главное, это энергия и... Я забыл, что хотел сказать. Похуй вообще, в принципе. Про мой лучший бит. Хуй знает, ты в чём. У меня их, блядь, вообще миллион. Они все крутые, типа. Ладно, я включу вам бит с моим корешем Blow Beats, на который, скорее всего, залетит трек Capital. Типа, не буду ничего говорить. Но ваш любимый, я знаю, вы любите Цоя, я тоже. Поэтому вообще обожаю его слушать, он такой лучший. Наконец-то меня спросили про мое прошлое. Сейчас расскажу. Послушаю. Ко мне пришли. Типа, я там был, блядь, я в школе вообще учился, меня позвал чувак, типа, с именем Рамирес, вы по-любому знаете его. Типа, он вот сейчас Suicide Boys. Тогда я, типа, работал и с Wi-Fi Funeral, и с Ламоном Дегадом, да и с Найт Лавеллом, короче, с Black Crime, да дохуя с кем работал. Со всеми, с кем можно, и потом что-то меня попаяло жестко, и я типа такой, бля, не, я не хочу делать музон американцам, я хочу работать с русскими, хочу делать что-то новое, типа развивать культуру в нашей стране. А потом понял, что культура нахуй, в принципе, никому не нужна, и
все закрутилось, завертелось. Самым главным для меня, типа, стала династия и в рот всех ебать остальных. Вот. Было много, конечно, типа, возможностей вступить в какие-нибудь лейблы с америкосами, но это все полная хуйня. Типа... Да, у меня вот есть бит с Night Lovell, я его отдал Big Baby Tape. Hi, hi, Brandon. What's up, my cousin? Конечно. Общаюсь с ребятами. Да, они просто ноют, типа, что... Что слишком много музыки делаешь. Да, и, типа... И слишком охуенно. Ты умеешь разговаривать, типа, такая хуйня. Ты наркоман? Да, вот, правда, я уже с этой хуйней, типа, тут... Я вообще, когда начал писать музыку, типа вот, я работал типа с Ryder Clan. Я делал музон на нетбуке. Типа, это такая хуйня, где нет дисковода, и он типа только для интернета, и у меня там даже контра не шла 1.6, вот. И постоянно типа нихуя не прогружалось. То есть все проекты, которые я делал, их нельзя было сохранить. Можно было, типа, за один присест только их доделать, и все. И я сидел там за битами по 7-8 часов доделывал их, чтобы... Ну, потому что у меня не было варианта вернуться к этому обратно. Ну... Музон, не помню, когда начал делать. Я музыкой начал заниматься в детстве. Да я уже говорил об этом миллион раз. Мне похуй, могу еще раз сказать. Музыкой начал увлекаться в детстве, типа. Потому что это было каким-то спасением для меня, наверное. И, короче, что-то неуважительно было по отношению к моему тренеру, типа, когда я занимался спортом. Пиздил людей и еще пел песни, типа никому не нравилась такая движуха. Вот, и решил бросить, типа, музон и в спорт удариться. Но так ударился, что все поломал нахуй, и вот сижу, пишу музончик. Что выбрать между любовью и битами? Я думаю, без любви и битов не будет. No beats. No beats, no love. No love, no beats. Я занимался каратэ лет 11, наверное. Даже умудрился надрать задницу чувакам и, типа, занять мурашки первые с моими...
моей команды, типа, у меня были очень прикольные челы, с кем занимался. Почему я до сих пор живу в Пензе? Пензас. Потому что это родина, нахуй. За родину, блядь, взорвусь. На самом деле, просто тут... мне нравится. Ну как? Получается, заниматься творчеством на земле своей. Русской, славянской. Вот и типа такая хуйня. Что надо? Тебе шаут вок. Шараут, Эвен Вог. Не знаю, кто ты. Привет. Рок-н-рок. Рок. Рок-н-рок. Это наш мелкий, который со шмотки. А. Тоже Даниил. Как ты думаешь, если я выключила пару минут назад, у меня остаточное электричество не шпалят? В школе я учился до 10 класса просто охуительно. Потом что-то пошло не так. И я просто ужасно учился в школе. Блять, вообще очень плохо. Ну как? Говорю, ладно, хуй с ним. Ну короче, я понял, что это хуйня. Вот. Все же понимают, что типа это там хуйня. Если ты хочешь чему-то научиться, ну, типа, можно не ходить в школу. Вот, и учиться чему-то самому дома. То есть, блядь, если ты не ходишь в школу, я тоже купил и нашел себя. Если ты не ходишь в школу, то, блядь, учись сам хотя бы. Типа, чему-нибудь, не просто, типа, еблань. ЕГЭ я охуенно знал. Ну, как мне так кажется, потому что, типа, я там готовился только год к нему. Я, блядь, сдавал, блядь, химию, хотел вообще стать хирургом. Вот, но за летние каникулы я начал ездить по концертам, типа, там, в туры. И я такой, какой хирург. Кстати, это какого? Земфира. На реверсе, да. А где этот из группы кино? 514-й это стоит. Я уж его ставил. Ну, в смысле, я до сих пор учусь в универе. Как бы такая хуйня. Я обещал маме, что закончу универ. Это все, что я ей обещал. И стараюсь это обещание сдержать. Потому что если есть обещания, то их надо выполнять. Ты ему написал, что охуел?
Он, блядь, загуглит, братан. Где Black Cry тоже писал, что он охуел. Тебе такой, don't worry, don't worry. I spit on that shit soon, он написал.